более позиционно, размеренно и грамотно, то вот Бон бежит, бежит, и это приносит успех. И преимущество становится у хозяев. Очень бесхитростно, но говорил я о том, что Бон действует бесхитростно. Вот первый трехочковый как раз от игроков Бона. Леон Крацер, тот самый Леон Крацер, оставшийся единственным в команде с прошлого сезона. Можно же бегать вдоль лицевой по правилам после забитого, но вот запамятовали об этом игроки Альбы, и господин Морган мяч перехватил. Картрайт не точен в первой попытке. А вторую кладет цель. И это пришла после пик-н-ролла. Все как по нотам, как по учебнику. А это Картрайт. С фолом забивает в проходе этот малыш. Что он себе позволяет? Паркер Джексон Картрайт. Нашел кон. А сейчас Картрайт забирает мяч из рук и снова разгоняет. Трехочковая попытка. Точно. 32-30. Минус 2. Плюс 11 у Бона в этой четверти. Фантастика. Казалось, мы уже готовы были списать команду, которая заняла 13 место в прошлом сезоне. Она... Картрайт снова перехватывает мяч. Два перехвата за буквально 10 секунд. И два очка в кольце. Просит фол еще. Обокрал Тамира Блата на ведении. Столкнулся с ним, искал этот контакт. Какая тройка. Атакующая тройка и бросок сверху. Леон Крацер забивает. Как же быстро играют обе команды. Буквально в футболе бы сказали без центра поля. Несколько передач используют на выход. И тут же обострение без ярко выраженной позиционки. Картрайт фол зарабатывает. Не согласен с решением арбитров. Но, честно говоря, его никто не спрашивает. Фол выпьет. Посмотрим, воспользуется ли. Картрайт на реактивной скорости влетает и перелетает через лед-экран. Ой-ой-ой. Он держится за ногу, он ударился ей. И это может быть очень и очень неприятно. Как же он стартует с места? Его, да, это был фол. Судьи правильно все зафиксировали. Тут и второго мнения быть не может. В восторге от того, насколько же быстро Джексон Картрайт. 14 очков он набирает свое. Это парень с ростом 1,80 м. И второй в цель. За пределами, желая развиваться. Морган снова издали. Снова не точно, но игроки Бона тут как тут на подборе. Картрайт. О, его треха. Точно! Не срывать на другую сторону, но при этом быстро сменил направление. А это треха Картрайт. Упросил. Ок, не точно. Картрайт мяч забирает. И снова Картрайт. Никто не может остановить эти 180 сантиметров. У нас есть возможность посмотреть на быстрый отрыв. Он обогнал всех и... Боулинг. Снова Картрайт, снова он врывается. И как же так? На исходе владения забивает 2 очка левой. Картрайт накручивает своих оппонентов. Не завидую я им. Очень тяжело приходится защищаться против такого парня. Еще одна треха прилетает. Все-таки Бон вообще заново собранная команда. Игроки вместе никогда не играли. Картрайт забивает. Защищаться. Что же будет делать Альба? Будет ли они фалить сразу? Картрайт получает мяч и получает одновременно и по лицу еще.
Наотмашь сыграно до верного. Он намеренно мазал, но попал. Он хотел, чтобы мяч. От секунды сложно было бы доставить к кольцу противоположному. Но смотрите, он...